Всем привет, дорогие друзья. Извиняюсь, я немного запыхавшись за то, что тренировался. И, короче, решил записать для тебя Смотрите ролик. внимательнее, может, Хелена Вторая увидит. часть по Апексу. Ну как вторая часть, просто выпуск по Апексу. Никаких тут частей нет, даже не прохождения. На самом деле, Твою я бы, хотел дядя, в этом давай выпуске, изменим так чью-то скажем, жизнь. затронуть вопрос формата канала, формат видосов, точнее. И обсудить про вот эти карантины, всякую такую херню. Но по факту, Бой вступает в сколько ритмы слов готовы, хватит, столько и использую. ритмы недалекие. Извиняюсь, я не профессиональный оратор и периодически запинаюсь. А этот видеоролик я даже не буду закидывать в Sony Vegas. То бишь, какой он Прекрасно, есть, я ваше таким его и отправлю на чемпионы. YouTube. Почему так? Кстати говоря, Кровавая что это такое? смерть настигнет всех. Пустые Почему так? вопросы. Потому что я, опять же, затрагиваю формат. Я решил, что изменю формат видосов Сохрани в своих памяти основных. этот взгляд. Типа, Успех сделаю в ценят. основном вот такие вот небольшие выпуски. Ну как небольшие, первый мой выпуск такого формата был 20 минут, охренел. Я сам охренел на самом деле, когда делал его. Предлагаю Почему приземлиться вот тут. я решил изменить Хватит формат? Потому прохлаждаться, что прыгаем. старый формат, вот кто помнит, это мой основной формат, когда я начинал свою деятельность на ютубе, видосики такие, это были нарезочки. Нарезочки на самом деле делаются очень сложно, вот поэтому я решил поменять формат. Они делаются как? Неделю ты снимаешь, ищешь какой-то материал, а потом, блин, ой, блин, куда я приселился вообще? Какой я лох? А потом ты, блин, получается, целый день это монтируешь, добавляешь какие-нибудь мимасики, всю эту херню, балаберню. И это реально очень-очень трудоемкая вещь. Так как надо искать музыку, надо искать сам. Так, сам материал надо вот этот фильтровать. Все, вот это занимает Замечаю. очень много времени и сил. А вот эти Целый день. видеоролики, Мы и все вот буквально я внутри. даже монтировать его не буду, они занимают мало времени, они не слишком трудоемкие. Единственное, что от меня требуется, это ораторские навыки. Единственное, что у меня не хватает в жизни, ораторские навыки. Так оно и есть. По факту. Я не слишком сильно, тьфу, блин, не очень хорошо умею разговаривать, даже я, блин, некоторые слова просто проглатываю. И иногда, даже когда я пересматриваю свои Концентрация видосы, первого уровня. я замечаю, Новая что, кровь. блин, Проходи, реально, что не я не могу лучше. разобрать некоторые слова, которые я говорил тогда. Вижу И, контент из ей-богу, Кабала. а я Там. ведь сам помню, что я говорил. Пожалуйста. Рядом враг. Но при этом не могу понять что... само слово. Так. Так, ну короче, первая катка можно сразу комом зачитать, да? Капец, блин, тут такая нычка. Пацаны, меня поднимете, да? Да? Нет. Ну как так? Просто первая катка и сразу же нас разъебали. А можно я в дыме спрячусь, да? Да. А, ну чел нас, короче, грохнет. Не, ну, блин. Не. Тут флаг в руки, но наш пацан нас не сможет поднять. И он, кстати, убегает, да. Нам пиздец. За нашими карточками он не придет, можно сразу выходить из матча. Блин, проблема в том, что здесь матчи ищется очень долго. Кстати, по поводу этого, хотел также затронуть эту тему. Эта игра вышла год назад. Насколько я помню, она 19-го года выпуска, вроде как. Я, по крайней мере, в интернете вроде смотрел. Или на Origin, не помню, короче. Вроде 19-го года выпуска игра. Но, серьезно, она не популярна, типа. У нее хорошая динамика, она офигительна в целом, понимаете? И персонажи, и обилием оружия. О, кстати, в этот раз быстро катка нашлась. Типа, разнообразием она просто может переплюнуть любую игру. И она перестала быть популярной буквально через полгода после выпуска. Может, даже меньше. Я охренел, когда узнал об этом. Я думал, только я в эту игру не играю. Реально. Типа, я год назад о Элита-я, ней узнал, но ты я опасен. особо не играл в нее. И вот я только в нее начал играть и узнаю такую хрень. Просто. Ну как так? Людям просто надоело в нее играть. Они вернулись в классику КС и Fortnite. Ну, Доверенность блин. природе, Fortnite за 4 преемственность года, да, стихий. успела стать классикой. Но, господи, игра этого не заслуживает. Ну же, друг, Она дай ему заслуживает побеждать. большего, честно сказать. Она мне нравится. Ну да, она мне тоже буквально надоедала за сколько? 2 недели игры в нее. Или 1,5. Ну, не суть. Перед вами Но я в нее чемпион. возвращался. Игра очень прикольная. Она мне доставляет. Обречена на Я не смерть. понимаю, честно Так говоря. Может смиритесь быть, я когда-нибудь своей это пойму. судьбой. Может, она опять выстрелит как-нибудь и снова станет Кровь, популярной. пот. Но Ты сейчас это не получишь так. ровно Это столько, место сгодится сколько для для мне сражения. вообще намекнул, так скажем, Последний вернулся недвуличный друг, что вовремя. она умирает. Вот именно я цитирую его. И я просто обалдел от этого.
Я, да, пошарился по статистику, по статистикам, по Ютубу и по Твичу, и понял, что да, так оно и есть. Типа игра стала людям неинтересна. Ну, честно, да, бывает такое. Людям просто надоедает контент. Ну, мне просто даже жалко реально тех, кто создал эту игру. Они реально хорошо сделали эту игру. Они просто... Никаких предпосылок к ней не было, насколько я помню. И они сразу выпустили хороший готовый продукт. Вот реально. Они просто выпустили сразу готовый продукт. Без всяких багов, без всякой этой херобобины. Не то, что другие производители. Я не понимаю просто их. Почему люди так несправедливо относятся к этой игре? Может быть, я реально ничего-то не понимаю, но я в данный момент придерживаюсь вот такого мнения. Поправь меня в комментариях, если я что-то сказал не так. Может быть, реально. Может быть, где-нибудь ошибся. Так, ну что ж. Кстати, неплохо. А сюда, кроме нас, никто не приземлился. В самом деле, мне нравятся такие катки, когда, блин, все проходит без происшествий. Но, опять же, в этом есть свой шарм, типа... Просто полутался, спокойненько пошел, потом пострелялся. А то в самом начале динамика, считаю, тоже может на нервы иногда действовать. Ну, это прям топчик. Ну, хотя мне на самом деле нравятся и такие, когда просто приземлился, и тут такая орава, ты даже в рукопашку кого-то убивать успеваешь. Ну, в данный момент я не на таких уровнях играю, что, блин, люди умирают от рукопашного боя. Хотя, играю в обычную, то вообще есть какие-нибудь уровни, без разницы. По-моему, я уже сказал, что хочу поменять формат. Я, по-моему, объяснил, да. Извиняюсь, просто я уже не с первого дубля, на самом деле, записываю. В некоторых я ошибки делал. И, на самом деле, у меня отлетали тиммейты. Епона мать. Так, чё за... Блин, вон там челы. Так, тихо. Блин, мне бы нормальный... Приклад, чтобы отдачи не было. Так, тихо. Я еще не добежал. Не стрелять по мне, ковникам. О, красавцы. Там еще один чел был, по-моему, если я не ошибаюсь. Так. Окей, прикладик. Отлично, замечательно. Просто круто. Пацаны, вы лучше. По крайней мере, из тех тиммейтов, которые у меня были до этого. Да, ребят, я играл дофига каток до этого. Чтобы измерить звук. На самом деле, почему... Дофига каток вот. Как я это делал? Я каждую катку менял звук на микрофоне и в игре, чтобы понять, нормально ли меня слышно. Потом, блять, господи, извиняюсь, запыхался, горло пересохло немножко. Блин, я в принципе не привык столько говорить. Я обычно в игре играю и открываю рот только по инфе. Так, только, пожалуйста, не надо потом мне писать в комментариях, что я слишком болтливый. Да. Со своими обычно людьми, с которыми я катаю, я бываю, просто угораю. И тогда тоже в горле пересыхает. Блин, как же реально пересохло. Лучше бы я колу взял на видос. Они все уже обшарили, здесь ничего нету. О, слушай, а здесь магазинчик, насколько я помню, был. Как магазинчик называется-то? Ну, вот эти, чтоб поинты, вот эти вот... Да, вот этот магазинчик. Не знаю, как он называется, пофигу. Так, будем называть его магазинчик. Или крафт-блок. Крафт-блок какой-нибудь. Давай вот этот поставлю. Ху-ху-ху. Кстати, напиши, пожалуйста, в комментариях, у тебя как, карантин или нет. Просто у меня до сих пор карантина нет. Люди до сих пор заражаются, массово заражаются. Но правительству, видимо, похеру. Не знаю, почему так. На самом деле, я каждый раз замечаю, что... Опа. А у меня, блин, мне показалось, что у меня брони нету. Что... У нас в институте количество людей каждым разом все меньше и меньше. По факту. Просто по факту. Реально, все меньше и меньше. Я скажу, в институт была сотка в аудитории. Блин, опять же здесь. Потом смотрю, буквально через 2 недели после учебы. Уже примерно 60 человек. Я думаю, ну бред, блин. Ребят, ну ввести карантин, это уже просто необходимость, блин, ребят. Дальше уже только... Дальше уже летальный исход, может быть. Я не хочу об этом говорить и не хочу на это намекать, но прямым текстом говорю. Может быть, будет. Может быть, будет. Все возможно. Кстати, да. Я сейчас вызову... Как это хрень называется? Дропчик. Короче, аэродроп вызову. Я, блин, реально с третьего раза записываю, потому что до этого делал ошибки.
Не в ораторстве, ни в чем типа таком. Блин, делал ошибки в том, что, блин, случайно путал мгновенный повтор и запись. Постоянно записывал какие-то прикольные моменты и тем самым выключал запись. Ну, то бишь, лишнее действие выполнял, по факту. И этим загубил ролик. На самом деле, я надеюсь, что последний кадр... Ой, последний дубль, что я буду делать, потому что мне скоро ехать в институт. Спасибо. Всего на одну пару ехать в институт, вот додумайтесь. Одна пара! Час ехать туда и обратно час. Ну, короче, я хочу перед этим успеть помыться, покушать, ну и собрать... Хотя, что собирать? У меня пара по программированию. Мне туда особо ничего не надо таскать. Она даже домашку там нам не сдает, мы все там делаем. Поэтому, по факту, мне даже флешку не надо с собой брать. Надеюсь, нас посадят. Надеюсь, меня посадят за нормальный комп, потому что это пиздец в прошлый раз был. Я ждал, пока... Блин. Ждал, пока консоль врубится около минуты, понимаете? Минуту ждать, чтобы консоль запустила, чтобы проверить, работает ли моя программа. Блин. Такими темпами я мог, блин, вечность выполнять свою работу. Но я выполнил ее чаще. Кстати, о чем это? О смене формата. Я уже сказал, что видосы я хочу выпускать именно такого формата. Типа просто каточку поиграть, побазарить с тобой, так скажем. Так, поболтать. Я думаю, в следующий раз я точно с собой возьму стаканчик воды. И сейчас, естественно, в этой катке я не пойду за ним. Почему? Потому что говорил, я не хочу ничего вырезать. И, в принципе, закидывать видеоролик в Cinema. В Cinema 4. Фу, блин, какой Cinema 4? В Sony Vegas. Поэтому мне нельзя, так скажем, оставлять свой царский пост. Игровое место. Итак. Чтоб потом не вырезать пустую пустоту. Итак, ну и куда мы теперь, ребятки? И да, прошлые катки были очень дерьмовыми. Я успел, вот я же говорил, типа, я успел пару каток сыграть, чтобы нормально настроить свой микрофон и звуки игры, в принципе. Полностью, в полном формате. И эти катки были дерьмовые. Буквально первые две у меня просто... Вот первая самая катка, вы вдумайтесь. Просто в самом начале всего лишь один тиммейт. Тьфу, блин, всего лишь один человек был, и это я. Вот вы вдумайтесь. Один человек в катке, и это я. Двое тиммейтов просто не захотели заходить. Так, не понял, это кто сейчас залетел до нас? Обнаружен враг. Мне показалось, что здесь кто-то пробегал. А чё у нас чел ФК? Класс, все. Он жив. Слушай, мне бы сейчас прицельчик на самом деле. А, это приманка, да. У этого чела просто жизни сейчас нету. Куда он тканул, кстати? А, там проход есть, бля. Ну, они выживут, они выживут. Типа, у них есть... Они, кстати, нас вон там будут ловить. А ты умный. Ты решил не идти по их стопам. Потому что мало ли, они реально нас могут там ожидать. Ну, погнали сюда. На самом деле, карту я уже более-менее изучил. Я уже более-менее знаю, куда лучше всего приземляться. Спускается репликатор. Вот я уже не тот нуб, за которым ты наблюдал буквально неделю назад, когда там я первый видеоролик выпустил. И, как я сказал, игра мне зашла. Я не знаю реально, почему люди просто уже не хотят в нее играть, но сама по себе она мне нравится. Кстати, играть с рандомами... В игре с рандомами есть свой шарм. Это реально прикольно, это забавно. Так, когда... Вот я... А, я не сказал, почему... Что я не сказал? Я забыл упомянуть, что я сегодня сыграл в скваде из русских, понимаете? И в скваде из русских это была самая лучшая катка. Да пофигу, что я ее проиграл практически в середине где-то мы ее проиграли. Буквально там половина ровно сквада оставалась. И реально, пофигу, что мы проиграли тогда. Но, блин, катка была очень прикольная. Мне эти люди понравились. Хорошие люди. Вот реально, обычные иностранцы как-то матерят тебе или что-то то. А тут русские просто чуть ли не проследились, потому что попались в катки с русскими. Потому что тут очень редко играют, на самом деле. Очень редко ты можешь попасть с русскими. Американцев в эту игру, я не знаю, нахрена играет, наверное. А я, в принципе, не знаю, среди кого. Среди кого эта игра популярна? Среди каких... Так. В каких странах я сейчас играю? Я, на самом деле, со многими странами уже играл. Азеры, блин. USA-овцы, блин. Как же... Та же американцы... Тьфу, блин, американцы... Как называть, блин?
Англичане. Да, блин, на самом деле много с кем, но на самом деле очень часто у людей просто нету микрофона. Вот как на самом деле в этой катке. Опять же, потому что, ну я не знаю, может это обычные дети играют. Но чаще всего те, у кого есть микрофоны, это взрослые люди. Я очень редко видел, чтобы дети говорили в микрофон. Чтобы у детей был микрофон в принципе. Кстати, ребят, не судите меня реально строго, потому что я, опять же, не профессиональный оратор какой-нибудь. Я всегда запинаюсь, и вот это вот вся... Блин! Это фигня в моем голосе. Это не по моей воле. Это не профессионализм, как говорится. Бля, даже не показал, где там. Что мне с ними делать? Так. Блин, что от тех я не от... Что для тех врагов я открыт? Что для этих, блядь? Куда мне идти, вопрос? Так, ладно. Припасы на подходе. Обожаю добычу. Я пойду. И свалю отсюда. Я свалю отсюда. А так они все в укрытии. Я один как лох, да? Красавцы, пацана. Так. Только я хвастался своими знаниями этой карты и всего такого, блин. А тут меня уже херачат. Кстати, а куда они побегут? Они сюда побегут. Или... А, не туда побегут. Пацаны, побежали сюда. Они знают о нашем местоположении, соответственно. Они сейчас... Не понял. Так, вот сейчас не понял. Вы чё, блядь, оборзели, козлы? Ну, блядь. Я знаю, куда ты сползешь, брат. Тебе в любом случае, пиздец. Лучше умри. С честью. Ну что ж, ребятки. Какой у тебя красивый дроп. Спасибо, братан. Всегда был... Ой. Я, мне кажется, немного переборщил. Так. Да, все, зашибись. Блин, мне очень нравится. Здесь тяжелые боеприпасы. Мы просто... А что это за... А, понял, все, понял. Размечаю окружение. Блин, а мне нужно это... Да, зарядить часы. Часы, блин, щиты. Бля, мне бы хоть чем-нибудь смочить горло. Я реально чувствую, что... Будто бы дышу пылью. Мы сейчас тоже будем дышать пылью, если нас положат, пацаны. Вы же это понимаете, да? Мне надо подзарядить щит. 45. Ставлю щит. Я тебя подлечу. Перезаряжаю. Блин, четко щит. То, что нужно, детка. Здесь лечащий дрон. Нужно мгновение, чтобы подлечиться. А, блин, я дурак. До кольца недалеко. Не понял? Ты чё, охренел? Говна кусок. Блять! Меня гранатой вынесли, вы подумайте. У него патронов нету или чё, блять? Охренеть! Вот это мышь, блин. Хотя, а чё я удивляюсь? Это Battleground, блин, опять же. Battle Royale, блин. Ведь в любом Battle Royale есть такая тактика, как крысерство. Правда, пока что я ей не пользуюсь. Отряд уничтожен. Да. Это мы. Увы. Ай-яй-яй-яй-яй. Кстати. Да не, мы нормально сыграли. Четвертое место. Вполне себе. На самом деле, очень не хотелось бы завершать видео на такой ноте. Но это, так скажем, мой небольшой дневник. Катка. Она была небольшой, но ее достаточно, мне кажется, для видеоролика. Все равно же, блин, не всем приятно смотреть... 20 или 30 минутный ролик, тем более. Поэтому такой короткий вот видос. Ой-ой-ой-ой. Блин, ребят, реально вот я хочу поменять такой, сделать такой формат, играть небольшие обзоры, вот такие новые игры там. Ну, знаете, как Куплинов тот же самый, Шимору. А, кстати, кто такой же формат поддерживает? На самом деле, я уже и не помню особо. Ну, короче, вот примерно такие форматы. Я поэтому хочу, чтобы ты меня поддержал.
Напиши, пожалуйста, в комментарии, какую игру ты бы хотел видеть в моих видосах. Я обязательно почитаю. Блин, я уверен, что все равно никто будет... Мало кто смотрит мои видосы, в принципе, поэтому комментариев очень-очень мало будет. Поэтому, в принципе, выбор будет невелик. Я надеюсь, что хотя бы он будет. Поэтому просто поддержи и не поленись оставить комментарий. С тебя лайк плюс подписочка. Всем спасибо за просмотр, ребят. Всем пока-пока.